Сорт томата «Сталь Дамаска». Это среднерослый, среднеранний урожайный компактный сорт. Плоды у него не крупные, но очень красивые. Они неоново-розовые и красные с фиолетовыми и оранжевыми штрихами. Масса одного плода от 60 до 80 грамм. Вкус у этих томатов очень богатый, яркий, с легкой кислинкой и фруктовым послевкусием. Это селекция Брэда Слейтера. Этот томат используется для салатов, заготовок и кетчупов. Рекомендуют этот сорт выращивать в открытом грунте, но также можно выращивать его и в теплице. Вот так выглядит этот сорт в разрезе. Мякоть красного цвета, томат двухкамерный. Выращивать этот сорт можно в 2-3 стебля, так как томаты не крупные. Очень урожайный сорт. Советую вам попробовать его. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.